Всем салют, Зимник тут. А это видео о том, как я 4 месяца, начиная с лета, отжимался стойки на руках. Почему 4 вместо одного? Смотрите дальше. Чтобы точно знать, сколько дней прошло и сколько дней осталось, нам понадобится график. Ну, а его, собственно, надо записать. Ну все, вот график. Осталось только повесить. И завтра Доброе утро. Сегодня первый день отжиманий. И надо посмотреть, что я могу. Стойки на руках. Первая двадцатка. Вторая готова. Первый день, переполненный мотивацией, я сделал 100 раз. 100. Сегодня второй день отжиманий. Мы приехали на дачу. Сейчас будем отжиматься. На второй день я решил вместо 100 отжаться 50. И таким образом чередовать эти числа. Так мои мышцы будут успевать восстанавливаться и становиться все сильнее. На четвертый день мы собирались на озеро, и до отъезда сделал всего 20 раз. После озера силы были на нуле, и эту тридцатку я сделал еле как. Первый день на работе. Класс. Бала, нельзя так делать. Это его. Нельзя так делать. Нельзя так делать. А чё ты не показываешь, а? А чё ты? Ах ты ж хитра. Не, блин, хитра. Вот нельзя так делать. Все шло хорошо, пока я на второй день не пошел на работу и не воткнулся. Получив сотрясение мозга и растянув связки, я оказался прикован к кровати на целых 30 дней. Врач сказал, что мне крупно повезло, и такие прыжки не стоят того, чтобы рисковать собой.
услышав кучу бесед, увидев подобные случаи, я понимал, что какой-то один понт мне стоил чуть ли не жизни. Берегите себя. Вкратце, брат начал ремонт. Я выздоровел, нужно помогать. Я продолжал отжиматься, было очень тяжело восстановить те прошлые отжимания, я старался. Мои дни при ремонте были однообразны. Я просыпался, шел в кухню, пил воду, начинал разминаться и приступал к делу. Я думаю, что вы поняли, что я только и делал, что отжимался и работал. Впереди меня ждала учеба, поэтому мы старались быстрее закончить ремонт и уехать в город, чтобы не держать эти валики в руках. Я в душ и спать. Пипец устал. Брат. Что? На камере конкретно черный. Все медики и здесь. Все медики. Сегодня 21 день. На завтрак у меня мед, орехи и вода. Ну и в холодильнике еще борщ. Завтра анатомия. Сейчас рисую бицепс и трицепс. Думаю, 30 дней по трицепсу запилить. Как считаете? Пишите в комментах. Будет интересно. По питанию было все обычно. Старался есть только полезное, больше белков. Ну, понимаете. Научу. Доброе утро! О, бегают. Бэ-бэ-бэ, зимник как будет на твоем языке? Зимник. Зимник? Да. В туалет, на урок и домой. Thank you.
Так, потихоньку совмещая тренировки с учебой, я дошел до 30-го дня. Я не знаю, засчитаете ли вы мне тут типа 30-дневку. 2250 отжиманий я сделал, но не за один месяц. Пишите в комментариях, что мне прокачать следующую. Ну а сейчас результат. Если вам понравится.